Молдова обладает достаточным запасом тестов на выявление коронавируса нового типа, поэтому было принято решение о проведении массового тестирования в очагах заражения. Об этом заявил президент республики Игорь Дадон. Министр здравоохранения Верика Думбровян уточнила, что массовое тестирование проводится уже 2 дня. В первую очередь его проходят сотрудники медицинских учреждений. Также в ближайшие дни в Кагуле начнет действовать лаборатория по выявлению COVID-19. В последующие дни количество проведенных тестов на обнаружение коронавируса увеличится. Мы располагаем запасами в 100 тысяч штук и можем перейти к массовому тестированию. В первую очередь массовое тестирование будет проведено в очагах заражения.